Сегодня мы рассматриваем законопроект, предлагающий изменения в организации дорожного движения. В частности, речь идет о том, чтобы предусмотреть возможность взимания платы за проезд по дорогам по решению региональных и муниципальных властей. Ну, например, ввести платный въезд в город и отдельные районы. Фактически, по этому закону мы с вами сможем и в скором времени получим платный въезд в каждый двор. Считаем обсуждаемый законопроект антинародным по своей сути. Сколько еще налогов и поборов мы будем вытягивать из населения? Граждане и так уже задушены явными и скрытыми сборами. Они вынуждены платить грабительские взносы на капремонт. Из-за новой системы расчета сильно вырос налог на имущество для некоторых россиян в разы. Постоянно растут тарифы ЖКХ. Правительство уже объявило очередное повышение, самый сильный рост ожидается в Москве. Растут и тарифы на проезд в общественном транспорте. С Новым годом будет очередная волна повышения стоимости проезда. Я уже не говорю о росте потребительских цен на товары и услуги и падении реальных доходов населения, на фоне которого все это происходит. Что еще мы обложим поборами, чтобы залатать дыры в бюджете? Может быть, введем налог на дождь, на снег? Ведь снег нужно убирать, а на это нужны деньги. Звучит абсурдно, но ведь логика та же самая, что и с дорогами. Законопроект бьет по малому и среднему бизнесу. Представьте, как возрастут транспортные и логистические расходы. И это при высоких ценах на топливо, которые так постоянно растут. Все граждане ощутят новые сборы, когда придут в магазины и увидят выросшие цены, в которых будут заложены эти расходы. В итоге мы получим еще большее обеднение населения, падение спроса и в конечном итоге торможение развития всей экономики. Мы нанесем очередной удар по бюджету. Что же это получается? Мы сами себя пнули? Законопроект по факту не предусматривает реальных сдержек действий властей по введению платного проезда по дорогам. Он открывает путь полному произволу на местах. По сути, мы создаем механизм выкачивания денег из бизнеса и населения по волюнтаристскому решению властей. К тому же, собранные средства вовсе не обязательно пойдут на развитие транспортной инфраструктуры. В лучшем случае они просто попадут в бюджет, однако высока вероятность, что большая часть достанется всевозможным операторам и распределителям, а что-то неизбежно осядет и в карманах чиновников. Мы это уже проходили с Платоном. Сборы с большегрузного транспорта тоже, как мы помним, вводились под благовидным предлогом на ремонт и содержание дорог. Однако по итогам первого года работы системы больше половины всех собранных с водителей денег по факту пойдет не на развитие дорожной инфраструктуры, а достанется оператору системы «Платон». Возникает закономерный вопрос, не для этого ли все это и затевается? Многие ссылаются на зарубежный опыт экономически успешных стран, в которых существует платный проезд по дорогам и платный въезд. Вот такой парадокс. За границу, особенно Единая Россия, критикует, а как нужно ввести очередной сбор, так берет с нее пример. Но даже не это главное. Сравнивать нашу ситуацию с ситуацией в этих странах совершенно некорректно. Там все по-другому. В экономически развитых странах нет таких социальных разрывов с такой огромной долей бедного населения, как у нас. Уровень жизни большей части населения там гораздо выше. Нашим гражданам и так приходится не жить, а выживать. А тут еще очередная нагрузка на семейные бюджеты. При принятии подобных мер должна быть обеспечена и альтернатива. Качественно работающий, неперегруженный и доступный общественный транспорт. При этом сначала нужно полностью решить эту проблему, а уже потом задумываться о том, чтобы вводить дополнительные сборы на автовладельцев. У нас же, как всегда, все в обратном порядке. Сначала вводим очередные поборы, готовы мы к этому или нет, так это уже никого не волнует. Важно и то, каким образом вводится платный проезд по дорогам.
и платный въезд в города. В тех же странах, на которых мы ссылаемся, основным механизмом служит референдум, проведенный по всем правилам и на демократичной основе. Собираются ли московские власти, к примеру, проводить демократический референдум о введении платного въезда в центр Москвы? Сильно в этом сомневаюсь. А ведь основную роль должна быть отведена именно местным жителям. Нельзя директивно сверху спускать решение о введении платного въезда в город и платного проезда по дорогам. Наконец, как тратятся собранные средства в развитых странах и как они будут тратиться у нас? Граждане должны, по крайней мере, понимать, на что они платят. Система должна быть абсолютно прозрачной. Деньги не должны уходить неизвестно куда. В лучшем случае в общий котел бюджета. Это как в ситуации с капремонтом. Люди платят деньги годами, непонятно за что, потому что до ремонта собственного дома они попросту рискуют не дожить. И это мы еще не сравниваем масштабы коррупции в нашей стране и в тех странах, на опыт которых мы ориентируемся. Еще неизвестно, какова основная цель введения платного проезда по дорогам. Собрать денег в бюджет или обеспечить очередной механизм незаконного обогащения заинтересованных лиц. Учитывая все вышесказанное, мы призываем отклонить обсуждаемый законопроект, который в угоду отдельных лиц сильно ударит по населению и всей Российской Федерации. Вчера была многотысячная встреча с депутатами Государственной Думы по этому законопроекту. Многотысячного. Единогласно. Москвичи дали, рекомендовали нам всем партиям, особенно Единой России, данный законопроект не принимать, отклонить его. Прошу прислушаться к народу. Это наши избиратели. Спасибо.